Это было давно, в моем детстве. На моей родине, в городе Никее, жил человек, которого все звали Маленький Мук. В то время Маленький Мук был уже стариком, но ростом оставался с трехлетнего ребенка. Я и мои товарищи не видали карлика смешнее. На крошечном, тощем тельце торчала огромная, будто гигантский арбуз голова. Жил Маленький Мук в большом старом доме, совсем один, и выходил на улицу только раз в месяц, 1 числа. Мы, злые мальчишки, ждали этого дня. Я до сих пор не могу забыть, как он появлялся и как мы его жестоко обижали. Особенно хорошо помню тот день, когда мне досталась замука от отца и когда я все узнал про него. Шел по улице, шлепая туфлями. Туфли у него были огромные, таких никто никогда раньше не видел. Давай поймем его. Давай! Карлик Мук, у тебя ни ног, ни рук, у тебя ни ног, ни рук. Ох, смешай ты, Карлик Мук! Крошка Мук, Крошка Мук, оглянись скорей вокруг и поймай нас, Крошка Мук! Но Мук не оглядывался, и это нас разжигало еще больше. Я схватил его за полу халата и даже нарочно наступил ему на туфлю, так что бедняга упал. Но у меня вмиг пропала охота смеяться, когда я увидел, что Маленький Мук, с трудом поднявшись, идет прямо к нашему дому. Вот, доигрался. А теперь тебе влетит от отца. Я пошел. Мук долго не выходил из нашего дома. Наконец дверь открылась, и я увидел, как отец, почтительно поддерживая карлика под руку, проводил его до порога и низко поклонился ему на прощание. Я боялся войти в дом, но скоро голод взял свое, и я переступил порог, не смея поднять головы. В тот день отец задал мне хорошую трепку, а потом рассказал мне историю Маленького Мука, которую я запомнил слово в слово и которую теперь готов пересказать вам. Слушайте. Отец Мука был человек небогатый, но это полбеды. Он был еще недобрый. Он очень не любил своего сына за то, что тот был карлик. Неизвестно, как бы сложилась жизнь Мука, если бы отец еще жил долго. Но как-то раз отец упал на улице, сильно ушибся, немного поболел и умер. Маленький Мук остался один, без гроша денег. А кому нужен бедный сирота? И злая тетка, сестра отца, решила прогнать его из дому. Иди куда хочешь, я тебя кормить не буду. Вы меня гоните. Ну что ж, я пойду гулять по свету. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Хорошо, я уйду. Только дайте мне на дорогу отцовское платье.
И чему? Да ты что? Ты же карлик. Они же тебе велики. Впрочем, бери. На, бери. Только убирайся поскорей. Человек высокий, толстый. Его платье и челма не могли быть впору. Но Мук обрезал полы халата, обмотал челму вокруг головы, засунул за пояс кинжал и вышел из города. Ох, сколько же мне до счастья идти! По пыльной пустой дороге и все это время ничего не ел и не пил. Он уже еле волочил ноги от голода и усталости. Но вот на третий день утром он увидел с холма большой, сверкающий на солнце город, украшенный разноцветными флагами. Мук вошел в него и смешался с шумной толпой. В этом городе были очень красивые дома и дворцы, а улицы полны народа. Но Мук никого здесь не знал, и ни одна дверь не открылась перед ним. А есть ему очень хотелось. И вдруг в одном из домов распахнулось на втором этаже окно, и в нем показалась старушка. И суп кипит, и кто войдет, тот будет сыт. И сейчас же двери дома отворились, и туда стали входить собаки и кошки. Много-много кошек и собак. Что будет, если и я войду? Вот за этими двумя котятами. Они уж, наверное, знают, где кухня. Вверх по лестнице. Так. А тебе что здесь надо? Ты зачем пришел? Ты, милая старушка, приглашала всех на обед. А я очень голодный, вот я и пришел. Что ты? Все в городе знаешь, я варю обед только для моих любимых кошек и собак. А ты меня накорми заодно, пожалуйста. Заодно? Ну так и быть, сегодня оставайся у меня, я тебя накормлю. Спасибо тебе, старушка. А как же тебя зовут? Маленькая Мук. А вас как? Меня зовут госпожа Ахавзи. Госпожа Ахавзи. Вот садись с кошками и собаками и ешь. Спасибо. Да расскажи, откуда ты так взялся? Я госпожа Ахавзи родом из Никеи. У меня умер отец, и тетка угнала меня из дома. Вот я и пошел искать счастье по свету. Бедный, бедный. Но ты мне нравишься. Оставайся у меня жить. Работа у меня легкая, и жители будут хорошо. Я согласен, госпожа Ахавзи. И Мук
стал служить у старушки. По утрам он должен был расчесывать гребнем шерсть у 4 кошек и 2 котов, потом подавать им обед, а вечером укладывать их спать на шелковые подушки и накрывать бархатными одеялами. Были еще и 4 собаки, но с ними возни было меньше. Сначала Муку нравилось жить у госпожи Артамзи. Кормили его сытно, и старуха была им довольна. Но потом кошки привыкли к Муку и разбаловались. Дня не пройдет, чтобы не разбили дорогую вазу или чашку. А сами, как заслышат хозяйкины шаги на лестнице, прыг на подушки и мурлычат, как ни в чем не бывало. А кто в ответе? Конечно, Мук. Ну вот, возвращается хозяйка, и мне опять попадет. Ее лучшую чашку разбили. Ну, я сегодня недолго ходила. А что это? Какие-то осколки. Кто разбил мою лучшую чашку? Не я. Это... Ты! Разбил чашку. Ты перехватил на прошлой неделе дюжину тарелок и блюдец. Ты перебил мне всю мою дорогую посуду. Нет, не я. Это кошки разбили. Ну подумай только. Валить на милых кошек, на моих родных, дорогих, чудесных, восхитительных кошек. Ну поверьте, госпожа Хавзи. И слышать не хочу. Я знаю, как это. Ты перебил. Жить Муку стало очень невесело. Он уже не раз подумывал уйти от старушки, но она еще и жалования не заплатила. Однажды, когда Ахавзи ушла из дому, Мук сидел и размышлял о своей жизни. Единственным его слушателем был пес, которого старуха очень не любила, а Мук как раз жалел и часто разговаривал с ним. Не могу больше так. Каждый день брониться. Вот получу жалование и сразу уйду от нее. Если б только знал я, где она прячет деньги, я бы сам взял, сколько мне следует. Но что ты, добрый пес, на меня так смотришь? Разве справедливо каждый день обижать человека, еще не платить ему за службу? Вот ты со мной согласен. А как ты думаешь, не держит ли Хавзи деньги в той маленькой комнатке, в которую никого никогда не пускает? Мне бы очень хотелось посмотреть, что у нее там. Ну куда? Куда ты меня тащишь? Ты же мне пробил штаны. В ту комнатку. Ноги сами туда идут. Толкну дверь. Сама отворилась. Да тут какие-то старые платья и вазы. Разбил крышку. Надо бежать. Но только что же взять за службу. Какие огромные туфли. Возьму их. И ничего, что они такие большие. Я их буду носить, и все увидят, что я уже не ребенок. Так, надел. Прощай, добрый пес. И Мук пустился бежать без оглядки. Скоро он выбежал из города и тут решил немного отдохнуть. Какой там? Ноги сами несли его и не желали останавливаться. Он бежал, словно ветер. И тогда Мук понял, что все дело в его туфлях, что туфли-то необыкновенные. Стойте, туфли, стойте! Я не могу больше бежать! Туфли остановились, и Мук, задыхаясь, упал на землю. Он так устал бороться с туфлями, что сразу заснул и проспал до утра. Ой, долго же я спал. Что же я видел во сне? Туфли. Да, свои туфли. Они еще мне говорили: маленький Мук, если ты 3 раза повернешься на каблуках, то сможешь полететь куда угодно. Вот бы перенестись в самый большой город и попасть во дворец к королю. Я бы налился к нему в скороходы. Проверю сейчас,
Правда ли они мне сказали? Раз, два, три. Не успел Мук оглянуться, как уже спустился в чужом незнакомом городе на большой площади, где стоял королевский дворец. Он очутился у дверей тронного зала как раз в тот момент, когда в зале восседал сам король со своей свитой и любимыми дочками принцессы. В дверях Мука встретил главный привратник и пошел докладывать королю. Ваше Величество, там какой-то карлик просит, чтобы вы его приняли. Карлик? А зачем он нам? Я так хочу посмотреть на живого карлика. Зовите. Правда, очень смешной уродец. Что тебе угодно? О, король! Я хочу быть королевским скороходом. Возьмите меня на службу. Назови нам свое имя, карлик. Мое имя Маленький Мук. Ты что, с ума сошел, Маленький Мук? У тебя ножки тоненькие, как палочки. А ты хочешь поступить в скороходы? Ты верить и бегать ты не умеешь. А вы меня испытайте. Посмотрите, как я бегаю. Папа, давай устроим состязание. Это, наверное, так смешно, на перегонке с твоим лучшим скороходом. Ну ладно, я прикажу тебя накормить, поешь и отдохни, а вечером мы тебя испытаем. Вечером король, его дочь и все придворные собрались на лугу. Самого быстрого королевского скорохода и маленького Мука поставили рядом. Скороход большой, высокий, ноги у него крепкие, длинные, а Мук рядом с ним маленький-маленький, и ножки у него совсем детские. Это все же очень смешное зрелище, не правда ли? Начнем, пожалуй. Я махну платочком, и пусть бегут. Да, и пусть бегут. Внимание! Я махнула! Смотрите, маленький Мук уже у цели, а мой скороход еще до середины не добежал. Пойду, маленький Мук! Вот так молодец! Удивительно! Я такого бегуна в жизни не видел! Ну, я могу еще сытно пообедать, пока мой скороход добежит до цели. Можно нам объяснить, почему он проиграл карлику? Ваше Величество, я... Все ясно. Ну, маленький Мук, я тебе этого не забуду. И Мук стал служить у короля скорохода. И притом не каким-нибудь, а главным. Все королевские поручения Мук исполнял быстро и хорошо. Пошлет его король в такой город, куда и в три дня не дойдешь. А Мук через час уже обратно возвращается. Но скороход, которого маленький Мук обогнал, только и думал о том, как бы отомстить Муку. Он день и ночь следил за ним и однажды увидел, как Мук повернулся три раза на каблуках и полетел. Теперь я понял, кто тебе помогает быстро бегать. Скорее к королю. Скорее к королю. Король,
У себя? У себя. Его величество нужен мне по срочному делу. Ходи. Ну, зачем пожаловал мой бывший лучший скороход? Знаешь ли, король, почему мух так быстро бегает? Нет, не знаю. Туфли у него волшебные. Ну да. Ладно. Надо будет проверить, правду ли ты говоришь. Ступай. Ночью, когда мух крепко спал, а его туфли покоились около кровати, королевские слуги тихо вошли к нему в комнату, взяли его туфли, а на их место поставили другие, точно такие же по виду, только обыкновенные. Утром король спрятал волшебные туфли в свою сокровищницу и позвал муха. Здравствуй, здравствуй, маленький мух. Здравствуйте, ваше величество. Вот какое тебе поручение. Беги в соседний город, отнеси это письмо моей сестре и принеси от нее ответ. Хорошо, я все сделаю. Бегу, ваше величество. Но только мух сделал два шага, как споткнулся и упал. Он поднялся, опять побежал и начал задыхаться, устал. Понял тот мух, что туфли ему подменили, и горько заплакал. Наконец-то я разгадал твою тайну, карлик. Маленько я как бегал. Ты обманщик? Вот ты кто. Уходи прочь из моего города. А то вздумал дурачить и кого? Самого короля. И пошел маленький мук из города без пути, без дороги. Ох, сколько же мне до счастья идти, то встретиться, враг мой друг. Вперед, только вперед иди. Сел у лесного ручейка отдохнуть. А над ручейком рос ореховый куст, весь усыпанный большими зрелыми орехами. Мук рвал их и ел. Орехи были сладкие, и скоро ему захотелось пить. Мук наклонился к воде и увидел в ней свое отражение. Похолодел от ужаса. Из воды на него смотрела огромная голова с длинным предлинным носом и ослиными ушами. Несчастный я несчастный, на кого я стал похож? Что же мне теперь делать? Как мне в таком виде людям показаться? Лес странный какой-то. Я иду по нему, как будто меня ведет кто-то. Он еще ореховый куст. На нем маленькие зеленые орешки. Попробую один. Ух, что-то со мной происходит. Нос уменьшился. Юши. Вон оно что! Значит, если поесть больших орехов, нос и уши вырастут. А если съесть маленьких, уменьшатся.
А теперь в город. Мук пришел в город и сразу отправился в лавку, где продавались платья. Он купил себе новое платье, переоделся в него и с мешочком больших орехов сел на площади у дворца среди торговцев овощами и фруктами. Скоро к нему подошел главный повар. А что это у тебя? Орехи. Такие большие? Да, очень сладкие. Это подходящее лакомство для короля. Сколько ты хочешь за весь мешок? Недорого. Я здешних цен не знаю, да и орехов ни у кого, по-моему, нет. Ну, я беру. Мук продал мешочек больших орехов и пошел гулять по городу. А во дворце в это время заканчивался обед. Ну, а что у нас сегодня на сладкое? А почему не подают? Сию минуту, ваше величество, сию минуту. Сегодня на сладкое орехи. Вы такие большие, жизненные. Попробуй, попробуй. Ну, скорее подавайте. Я очень люблю орехи. Несу, несу. Главный привратник, и ты один можешь взять, раз уж стоит здесь. Спасибо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Они правда очень сладкие. Папа! Да! Папа! Что с тобой? А что? Какой ужас! У тебя длиннющий нос! И уши торчат прямо ослиные! Да. И у тебя, дочка, там тоже. И у главного привратника. И у министра. И у всех. Скорее, зовите доктора. Иду. Что случилось? Минуточку. Дайте пощупаю ваш нос. Теперь уши. Твердые, очень твердые. Не могу вас ничем обрадовать. Конечно, я сейчас попробую приложить компрессы, но боюсь, что теперь у вас навсегда. Папа, ты слышишь, что он говорит? Это твой лучший доктор. Милая принцесса, я могу только приложить на пробу, отрезать кому-нибудь из вас уши и носы. Верьте главному привратнику, он к вам ближе стоит. Сию минуту. Нет, опять отрастают. Ваше Величество, медицина здесь бессильна. Вот о его уродстве и уродстве его дочерей и министров узнает все королевство. А потом узнают соседи, а потом соседи соседей, словом, весь мир. А Мук скрывался 2 дня и, наконец, решил, что пришло время действовать. Он купил себе большой длинный плащ, приклеил белую бороду и в таком виде явился во дворец, захватив с собой мешок маленьких орешков. Я слышал, что у короля случилась беда. Я могу ему помочь. Не прикрывайте нос и уши, господин привратник. Я знаю, что они у вас очень длинные. Об этом говорит уже весь город. Вы доктор? Да, почти. Тогда идемте скорее к королю. Сюда, пожалуйста. Кто еще там? Ах. Зачем сюда ведут посторонних? Это доктор. Я могу всех вас вылечить. Ну как же это ты вылечишь, когда все мои доктора ничего поделать не могут? А вот как? Съешьте, пожалуйста, господин главный привратник, этот орешек. Такой маленький. Я уже съел.
Смотрите, 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 у него уменьшились нос и уши. Чудо! Нас лечи скорее, нас. Меня! Я как-никак король, а тут все мои подданные. Иди за мной, волшебник, иди. И, схватив маленького Мука за руку, король повел его к себе в сокровищницу. А в сокровищнице сверкают алмазы и бриллианты, и посередине на полу стоят туфли. Те самые, которые слуги у Мука стащили. Вот, бери все, что хочешь, но только вылечи меня, дурацкий. Я выбираю эти туфли. А теперь... Мук надел туфли и стернул бороду. Маленький Мук! Да, это я! Ты меня прогнал, злой король, и так бессовестно отплатил за мою верную службу. Оставайся же навсегда со слиными ушами и длинным носом. И пускай над тобой весь народ смеется. Успел король что-нибудь сказать в ответ, как маленький Мук три раза повернулся на каблуках и умчался с глаз. Остались с носом и длинными ослиными ушами. А Мук возвратился домой, в родную Никель. Вот и вся история. Видишь, закончил отец свой рассказ, сколько перенес маленький Мук и какие испытания выпали на его долю. Его нужно уважать, хоть с виду он и смешной. Я ловил каждое слово отца и на другой день пересказал приключение Мука мальчишкам. С тех пор никто из нас больше не смеялся над карликом. Встречая его на улице, мы низко кланялись ему, и он тоже отвечал нам коротким, но учтивым поклоном.